чтобы понять, что это значит, нужно посмотреть, какой была наша страна в 2000 году, какими были наши регионы, наша Тюменская область в 2000 году, и какими мы стали сейчас, в 2023. И, собственно говоря, выставка, которая проходит сейчас на ВДНХ, как раз направлена на то, чтобы показать, в первую очередь, молодым людям, которые не застали там, 90-е годы, как и насколько изменилась наша страна, как и насколько изменились наши регионы. Если мы будем говорить про Тюменскую область, вспомните 90-е. Грязь в центре города, деревянные тротуары, школы, детские сады не строятся. Про наши дороги можно было, слагать легенды. И что сейчас? Город и регион лучших дорог. Мы очень активно строим новые школы, детские сады. Наша экономика развивается большими темпами. Наш бюджет социально ориентирован, у нас большое количество социальных программ. Небо и земля – два разных региона. Город Тюмень в 2000-е годы 500 тысяч населения, сейчас 860 тысяч человек. Это говорит о том, что наш город – один из лучших городов сегодня в стране для жизни, для работы. Его любят коренные тюменцы и с удовольствием приезжают жить и работать жители из других регионов. Поэтому я очень рад, что президент принял такое решение. Я нисколько не сомневаюсь, что в марте большинство, абсолютно большинство россиян и наших земляков поддержат его. С ним мы видим, какие произошли изменения в стране, и с ним мы, безусловно, связываем будущее.